Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном объекте, на котором есть проблема с конденсатом. Как правило, она образуется либо осенью, либо весной. Сейчас у нас осень, люди, домовладельцы включили отопление, и появилась проблема с конденсатом. Я приехал посмотреть и хочу вам показать, в чем иногда может заключаться проблема. Так, друзья, вот сейчас я поднялся вот на такого козла. Здесь вот у нас все обшито вагонкой, в том числе и потолок. Включили отопление, и вот образовалась вот такая проблема. Если вы посмотрите сюда, видно, что вся планка мокрая. Здесь даже вот какие-то вот опилки. Вот, посмотрите вот на балки перекрытия. Видите, они все сырые. Уже даже потихоньку начинает покрываться грибком. Хотя отопление вы давно включили его? Месяц. Месяц вот идет отопление. В принципе, не так много, но перепад температур по факту сколько у нас? Может быть, неделя, да? Где-то не 10 в Москве. Две недели. И давно у вас вот эта вот проблема? Две недели закапало, да? Стандартная проблема, просто строители перепутали местами пленки. Вот эта вот пленка паропроницаемая, она должна быть наверху. А здесь вот у нас, если мы сейчас отодвинем утеплитель, то видно там вот такая серая пленка, как мешковина. Особо сильно я не буду пока тормошить утеплителя. Но в двух словах, здесь пленка, которую пар пропускает, там пленка, которую пар не пропускает. Вот должно было быть наоборот, тогда проблем бы не было. А сейчас срочно нужно либо разбирать вот эту вот вагонку, полностью снимать, делать нормальную пароизоляционную пленку. Сверху вообще можно пленку убрать, ну, либо положить ее паропроницаемую. Либо все это дело оставлять, прорезать какой-то люк быстро, залазить на чердак, вытаскивать весь утеплитель и сверху уже монтировать пароизоляцию. Вот, и ну, правильно, короче, делать все вот эти вот слои, чтобы не было проблем. Пока вот эти вот перекрытия, они еще живые, их можно спасти.